Доброе раннее осеннее утро. Сегодня мы стоим на поле Самарской области, Пестравский район, ИП Гаврилов. Поле озимой пшеницы, сорт «Светоч», и находимся мы на посеве озимой пшеницы, которая была посеяна по чистому пару 12 сентября. Через 5 дней появились всходы. Семена озимой пшеницы были протравлены в том числе с использованием продукта Black Jack. Посмотрим, что сейчас получилось на поле. Густота стояния растений озимой пшеницы 420 штук на метре квадратном, что соответствует 4,2 миллионов штук растений на гектар. Пока еще растения находятся в фазе всходов, 3 листочка, кущение еще не наступило. Перед посевом выпадало большое количество осадков, глубина промачивания была более 10 сантиметров, поэтому всходы получились достаточно ровные и хорошие. А мы для вас разложили выкопанные растения. Слева это стандартная схема хозяйства. Семена посеяны на глубину 3-3,5 сантиметра и выложены на одном уровне для того, чтобы продемонстрировать и глубину сева, и развитие корневой системы. Слева схема хозяйства, справа протравитель с добавлением препарата Black Jack. Смотрим на развитие корневой системы. Что же здесь происходит? Явно видно, что с использованием препарата Black Jack мощность корневой системы существенно больше. Большее количество корневых волосков, большая густота самой корневой, мощность корневой системы. Ну и здесь также виден, как закладывается узел кущения, если посев произведен на большую глубину. Сейчас мы с вами поговорим о продукте Black Jack более подробно. Зачем он нужен, для чего он нужен и как его применяют. Возвращаемся к той картине, которая у нас сейчас находится на поле. Развитие корневой системы. Вы уже видите, что она достаточно мощная с применением Black Jack на фоне стандартной системы защиты фунгицидами, инсектицидами. Что же дает сам Black Jack? Как он развивает эту мощную корневую систему, за счет чего? Это продукт, состоящий из природного минерала ленардит. Чем еще интересен этот продукт? Этот продукт интересен тем, что у него кислое pH от 3,5 до 5. При том, что этот pH наиболее благоприятно для растений, наиболее им комфортно в развитии. Если мы возьмем стандартные гуматы, то они имеют резко щелочную реакцию порядка 10-12, что не всегда благоприятно для развития растений на первых этапах жизни. Чем же еще интересен этот продукт? Тем, что он дает, собственно говоря, серьезный забег в развитии. Мы получаем всходы на день, на два раньше, что очень важно в засушливых условиях, что очень важно при неглубокой заделке семян. И здесь мы видим, что семена заделаны на глубину 3-3,5 сантиметра и имеют очень мощную корневую систему. Чем важна мощная корневая система? Да, вот здесь по 5 сантиметров разбито, и можно легко посчитать 10 сантиметров до 15 сантиметров. У нас развилась корневая система по глубине уже к за 3 недели, которые произошли с момента всходов. Мощная корневая система дает хорошую перезимовку. Мощная корневая система в дальнейшем обеспечит развитие растений в стрессовых условиях. Это очень важно для того, чтобы семена, которые взойдут и дальше будут развиваться растениями на поле, не испытывали жестких стрессов, которые будут наблюдаться у нас обычно в Поволжье в весенний период. Весенний период, как обычно, у нас достаточно сильная засуха, месяц, а то и полтора нет осадков.
И корневая система, чем мощнее она разовьется, тем больше объем почвы она охватит. Своей корневой системой хороший объем почвы охватила. Соответственно, поступление элементов питания будет усиленное и будет усиленное потребление влаги. И, собственно, это и даст формировать хороший урожай. На этом поле сейчас, как мы уже с вами говорили, 4,2 миллиона растений. На сегодняшний момент это 42 центнера, без учета кущения, без учета потерь на перезимовке. Примерно 15% теряется при перезимовке растений. И, естественно, это поле потребует при дополнительном питании еще дополнительное кущение для получения большего урожая. Но это другие приемы, другие продукты, о которых мы с вами поговорим весной. Чем еще важен и интересен Blackjack? Тем, что он содержит компоненты гумуса с низким молекулярным весом, которые достаточно легко усваиваются растениями. И при попадании в почву Blackjack улучшает ее структуру, уменьшает содержание солей, что будет способствовать поглощению питательных веществ. И, естественно, способствовать повышенной активности почечных микроорганизмов и активации обменов катионов, макро- и микроэлементов. Один из следующих моментов, который достаточно важен при использовании Blackjack, он будет являться хелотизатором элементов питания минерального, если вы вдруг будете использовать и добавлять эти продукты в раствор при приготовлении рабочей смеси для протравливания. Вот. И, соответственно, это создает очень хорошие условия для использования сложных смесей при планировании большого количества обработок при повышенной интенсификации и при желании получить большое количество урожая. Хотел поговорить с вами о глубине сева, о различных предшественниках при использовании Blackjack. Слева Blackjack. Посев 12 сентября, всходы 19 сентября. В центре это посев озимой пшеницы с Blackjack, но по ячменю. Предшественник ячмень, и видите внизу, что лежат остатки стерни ячменя и всходы падалицы ячменя. И крайний правый тоже поле с предшественником ячмень. Озимая пшеница посеяна тоже по ячменю, но большая глубина сева. Чем лучше условия для развития корневой системы, тем лучше работает Blackjack. И это видно по чистому пару. Если мы рассматриваем использование Blackjack по занятым парам, то меньшая глубина сева 3-4 сантиметра обеспечивает лучшее развитие корневой системы. Если же в поисках влаги мы пытаемся уйти за этой влагой на 7-8 сантиметров, то и развитие корневой системы, и развитие листового аппарата будет существенно хуже. Вот эти две ситуации с хорошей корневой системой и с не очень хорошей корневой системой различаются только глубиной сева. Дата посева одна и та же. Между посевами по чистому пару слева и по занятому пару после ячменя разница 4 дня. Мы видим, что использование Blackjack позволяет получить очень хорошие всходы и мощную корневую систему даже по занятым парам. А сейчас вопрос агрономической службе. Какой повод для агрономов хозяйств в приобретении Blackjack для своих потребностей? Что им интересно, что им важно? В этом году у нас в Самарской области Blackjack используется. Это село Ломовка, Пестравский район. Это где мы сейчас находимся. А вот здесь он представлен на занятом паре и на чистом паре, на зимой пшенице. Вот. Потом есть у нас Бесенчукский район. Там хозяйство, там достаточно много его использовано. И Красноармейский район. Вот сейчас очень хорошо
то, что вот эти вот хозяйства у нас как бы есть уже, это как бы своего рода флажки. То есть мы туда сейчас вот собираем людей, показываем наглядно, то есть реально то, что есть положительный результат в развитии корневой системы. Вот. Потому что ведь самое главное у нас в Поволжье все-таки это отсутствие влаги, и в этом году была аномальная засуха. Вот. А здесь корневая система достаточно мощная, и, конечно, она сосет как пылесос. По большому счету, порой приходится объяснять даже на пальцах. То есть, смотри, без блэкджека, вот с блэкджеком. Ну, лучше же все. Ну, люди уже начинают тогда понимать. Потому что пока крестьянин сам не пощупает, не попробует, он не купит, он не возьмет. Ну, вот сейчас положительный опыт по применению блэкджека у нас уже есть. Я думаю, что будет в дальнейшем только развиваться, увеличиваться.